Привет всем, это Саша Дзюба. Я хочу вам сказать, что Аттена закрыта. Закрыта как стартап, юридически у нас еще есть несколько нюансов, которые мы должны решить. Я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы, которые возникают по этому поводу. Мы, к сожалению, больше не можем предоставлять услуги в виде SaaS-платформы. Мы прекратили поддержку клиентов, закрыли, свернули наши серверы. Я безумно благодарен всем, кто имел отношение к Аттене. Это сотни, наверное, даже тысячи людей, семьи, может быть, даже в 10 странах. Это круто. Это сильно поменяло меня. Я не могу сказать, что это было напрасно. Это отличный опыт, это 3 года обучения, это 3 года, 3 очень тяжелых года, во время которых мы сделали очень много. Для меня было очень важно сделать перерыв, поэтому мы уехали в Азию. Я сейчас работаю на фрилансе графическим дизайнером, хорошо, что у меня есть соответствующее образование. И это важно. Дышим воздухом, путешествуем, линиям, заряжаемся на новые подвиги. Надеюсь, когда я вернусь в Украину, мы сможем замутить что-то реально дизраптив. Кроме того, я не перестаю учиться. Мои навыки в управлении, в менеджменте, в бизнесе, в стартапах все еще нуждаются в улучшении. Ведь когда ты идешь по неизведанному пути, тебе всегда будет мало знаний. Мы вернемся в Украину в апреле. Я уверен, что я буду полон сил, энергии для того, чтобы продолжать работу над нашей школой по маркетингу Move IT. И буду придумывать что-то новое и вообще очень клевое. За нашим путешествием вы можете следить на моем YouTube-канале. Ссылочка где-то там есть. И вот именно так я хочу войти в новый 2018 год. С наступающим!